Друзья, всем привет! Вы на канале Makita PT. Сегодня в обзоре мы рассмотрим замечательную ударную дрель Makita HP2051, а также ее вариант с фонариком с буквой F. Идут инструменты в прекрасных пластиковых кейсах, картинки сзади разные. В обоих комплектах идет документация, сами дрели и металлические глубиномеры. Ну и на дрелях установлены боковые рукоятки. Данную рукоятку можно раскрутить и переместить в другое удобное для вас положение. Для того, чтобы нацепить, вот эти зубья должны совпасть вот в эти пазы. Они с другой стороны тоже есть. Далее также закручиваем и работаем. А вот в это отверстие в рукоятке устанавливается стальной глубиномер. Раскручиваем рукоятку, попадаем в отверстие, выбираем нужную нам длину и закручиваем плотно рукоятку. Данная дрель обладает щеточным двигателем мощностью 720 Вт. У дрели две скорости работы. Вот переключатель внизу. Для его поворота необходимо подвернуть редуктор. Количество оборотов на первой скорости 1200 в минуту, на второй 2900. Первая скорость очень удобна для сверления металла, тогда как второй эффективнее будет работать с деревом. А если же вам необходимо работать с бетоном, для этого есть функция ударного сверления. Вот здесь на этой клавише мы видим изображение сверла. Сейчас значит обычное вращение без удара. А вот появился молоточек, и в силу вступает ударное сверление. Ударов в этом режиме дрель совершает на первой скорости 24 тысячи, на второй 58 тысяч. Диаметр сверления в дереве 25 мм на высокой скорости, 40 мм на низкой. Сталь 8 мм на высокой, 13 мм на низкой. А бетон производитель рекомендует на высокой скорости крутить. 20 миллиметров диаметр сверления будет в данном случае. Шнур у данной дрели 2,5 метра. Всюду присутствует двойная защитная изоляция. В движение дрель приводится триггерным переключателем, находящимся на удобной прорезиненной рукоятке. Сила нажатия на него также влияет на обороты дрели. Чтобы не делать этого постоянно пальцами, есть специальное колесико, которое фиксирует данную кнопку на определенной силе нажатия. А если вам нужно что-то долго сверлить и при этом держать дрель двумя руками, курок можно заблокировать вот этой кнопкой. И здесь же над курком мы видим клавишу реверса, которая меняет сторону вращения. У данной дрели быстрозажимной патрон, который не требует дополнительного инструмента для работы с ним. Зажимает сверло от 1,5 до 13 мм. Для безопасности оператора в дрели предусмотрена расцепляющая муфта на случай заклинивания сверла. Для удобства работы в трудно освещаемых местах на рукоятке модели F имеется фонарик. Работает он вместе с нажатием курка, задержки после отпускания нет. На модели без буквы F данного фонарика нет, но видится контурная форма. Видимо, если вырезать ножичком, фонарик появится. Снизу мы видим удобную петлю для подвешивания инструмента на крюк. Вентиляционные отверстия инструмента располагаются на задней крышке. Два сзади и одно сверху. Размеры инструмента 360 на 70 на 220 мм. Вес инструмента без провода 2,5 кг и с проводом вместе 2800. То есть совсем не тяжелая. Корпус редуктора выполнен из алюминия. При этом очень удобная эргономика. Рукоятка прорезинена как надо. Имеется также еще одно прорезиненное отделение для упора. Производитель данной дрели — Китай.
Приобрести данные дрели можно на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Также настоятельно призываю вас ознакомиться на сайте с остальным каталогом товара, а если возникнут какие-то вопросы, номера телефонов на нашем сайте к вашим услугам. Если же вы не сможете дозвониться, кнопка «Заказать звонок» поможет вам. Не забудьте поставить данному видео лайк, подписаться на наш занимательный канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео.